Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение ФФА сериала «На четверых за Швецию». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней и начать просмотр все-таки сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Так, почему тут лагерь фигачит сплошных коней? Кстати, классно, что нашли Гонконг. Уже три города. Кстати, двое хотят вот с тем лагерем разобраться. Надо им помочь. Еще и Будапешт дал мне мечника. В общем, все выглядит очень круто. Главное мне как-то так торговца не потерять. Так, поплыли. Две рабочих лодки построим. Блин, ну я не дебил. Ой, блин. Так потерять великого торговца. Столько культуры потерять сразу. Зачем я высадился? Ну зачем? Может, еще не убьет, а? Да убьет, конечно. Блин. Ну, пожалуйста, коник, пожалуйста, пожалуйста. Коняшечка, ну. Ну, коник. Плиз, плиз. Нападай на Милан, бегай, грабь там. Да, блин, уже все разграбил. Блин, ну я дебил. Ну я дебил конченый. Великого человека просрать. Я даже больше не то, что просто великого человека, я хотел деньги получить с него, и я сделал бы союзником Милан, и культуру бы кучу получал. Просто, ну это просто Лёша дебил. Кони везде бегают варварские. Не, давайте торговца высадим просто так. Нафига он нам нужен, правда? Ну, эти города фрегатами берутся. В общем,
Надо идти во фрегат и забирать. Чё все молчат? Чё-то ни переговоров никаких, ничего. У греков уже 45 000 армии.
Блин, Грек, ты всю армию копишь и копишь. Что-то меня это смущает. Что, видишь, как я же грек, как бы, военные эти, ДГшка, никак не хочет от меня союзником перестать быть. Давит? Какая И печаль. давит. Ну, вот я тоже не знаю, прям, что делать. Можете спросить, нафига я инквизитора себе взял? Просто по приколу поплыть и там византийскую религию откуда-нибудь повычищать. Не знаю, когда я там доплыву. Но четыре города в исламе. Ну вот и настало это время. А то все грек. Отнекивался от Отнекивался меня. от нее. Отнекивался. Овечкой притворялся. Ну. Не сказать, что мы верили, но... Надо было уже этот нарыв вскрыть. Предложение Византии.
Если быть точным, эксплуатационная протяженность линии московского метрополитена составляет 292 километра 900 метров. Это один из крупнейших метрополитенов мира. И да, это реклама 2GIS. Справочник и карта городов 2GIS знает 221 545 проходов и проездов в 15 городах-миллионниках России. С этим приложением вы не заблудитесь, так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. Византийца, ты подготовился? Или так? В надежде, что, что пронесет. Так а что? Ну, все дальше как бы... Дальше-то море. Что дальше море? Ты про что? Ты намекаешь на то, что я на него потом буду нападать? Я византийца спрашиваю. Ты ж на Византию только что напал. А, господи, я как Карфаген понял. Нет. Че, мы, Леш, дождемся, пока он возьмет, потом его возьмем. Да, у меня как бы нету выбора особого. Мне придется мечников расформировать, потому что железо жрут, которое нужно на фрегаты. Может, Милану просто подарить? А получается, кто? Онварбах или швед? Как? Ты ж не знаешь, Варбах я или нет, ты ж меня не нашел. Ну так я и спрашиваю, кто Варбах? Грек или... Ну как ты думаешь, кто по земле нападает? То, что я вижу у него, тут... Две эти катапульты, копейщик и лошадь, и все. Ну, значит, я Варбах. Грек Варбах. Не-не-не, швед. Швед Варбах. Ну что там, на последних секундах ходили? В общем, судя по всему, рассинхрона, это значит, что у меня цива крашнулась, так что надо сейв грузить. Ты ход только не закончи. Да, постараюсь. Не заканчивай ход. Просто дождись конца таймера. Окей. Блин, чуваки, я нажал. Да блин. Понимаешь, что, я не понимаю, я тебе только что сказал, не заканчивай ход. Ну реально по привычке, сори. Че, еще раз загрузим или че?
Ну да, я не успел походить. Так, когда будешь готов заходить, ты скажи, чтобы... А, у вас какой-нибудь... Слушайте, кто там ходить может? Грек, византиец, кто из вас может ходить? Я могу, да, могу ходить. Ты можешь как-то сбросить таймер? Могу сбросить таймер, хорошо. Так, ну что, я готов присоединиться. Ожидай, заходи. Вовсе. Так, ну мы сейв загрузили, это был рассинхрон, крашнулась цива, но у меня ничего в моем плане не меняется. Я собираюсь выходить во фрегаты и захватывать Грека, пока он там... Лёш, ты Белград видишь? Кого, Белград? Да. Нет. Меня уже, по-моему, кто-то про Белград спрашивал. И очень в тему мне получается, что он там еще Византию выключает из игры. То есть мне достаточно пару городов Грека захватить и пойти воевать с Карфагеном. И если получится его победить, то я победитель в игре. Византий, что у тебя драмон стоит? Вот здесь, возле этого. Возле моей границы. Плыви туда, на помощь. Вот, тут еще и Белград. Вот где Белград, оказывается. О котором меня все спрашивают почему-то. А то, что я тебе дал снизу под Киевом, плыви там караваны. Белград военный, Будапешт военный, Гонконг. Может, в Гонконг посадить? Все-таки счастье будет давать.
со счастьем, как Византия. Минус 8. Предложение. О, швед. Да, красивый Голиаф по конституции воли. Он уже. Скажи. Византия, предложение принимай, что ты там это спишь? Ну, один город упал уже, можно сказать. А швед, а где мы с тобой встретились? Без понятия. Ну, апгрейд голиасов во фрегаты стоит 120. То есть на данный момент у меня есть на 3 голиаса. Вот 3 голиаса у меня есть. Но я думаю, что 480 у меня тоже будет. Так что... Так, ну куда мне этого... Ну ладно, пойду обращать города. А вот мне караванчик, неплохо. Блин, вот я слышал, да? Что произошло? Да, надо было город брать, я что-то потерял юнит, который брал. Фига себе тут. Океан. Всю армию Карфагена, ну-ну. Сидон. Ну, видимо, Афины вот там, то есть мне надо брать Аргос, а потом... И Афины станут моими. Аргос Спарта, Афины Спарта, то есть бегают караваны. Ну, вот где-то тут Афины, видимо. А Грек, дашь открытые границы к шведу проплыть? Ну, ты не будешь меня нападать? Нет, я вот через Аргос и пошел туда. Ну, давай, курей.
делаю сам предложение. Да. Карфагену даже отсюда далеко плыть. Так что можно спокойно грека заходить. Ну вот, 480 уже, да? Ага, у меня минус по счастью пошел. Железо у грека 12 штук, нифига себе. Мне его железо надо. Ну, как бы Византия-то, в принципе, может еще существовать. У нее внизу еще отдельный остров. То есть, видите, Афины тоже стоят на таком перешейке, типа как у меня Сектуна. И с этой стороны, и с этой стороны можно проплыть. Прикольно. Ну, Карфаген, давай ты дальше не поплывешь. То же самое я и греку говорил. Поплывешь дальше, война будет. Дальше куда? Я могу вверх плыть просто. Ну, вверх, все, там ты уже мои границы увидишь. Ну, сейчас увижу и все. В общем, тебе только на две клетки вверх можно проплыть. Хм, хорошо, спасибо. На здоровье, пользуйся. И добротой. Да? Что? Моей добротой? Ну, типа того. Так, у нас сейчас 1, 2, 3, 4 Голиаса, это 480, да? Ну, сколько ходов? 3, значит, еще один Голиас надо построить. Блин, перестал ходить. Караванчик. Как всегда, медленно хожу.
Давайте посмотрим, в какой город. Виттенберг. Сколько я уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, в столице надо в гильдию писателей посадить. Раз, два, три, четыре, пять. Пять на 120 это 600. То есть я апаю двух. Да, двух апаю. Пятерых. Пять голиасов я апаю. Норм. Так, проверим, что я не обманул. Угу. Он меня обманул. Неожиданно. Ну, мы договорились, что он только на две клетки плывет. Он решил, что это так. Шутки, шутим. Ну, просто так я ему говорю. Я же плыву вверх, не вправо. Я тебе сказал, две клетки вверх. Я не знаю, что ты пытаешься мне сейчас сказать. А, блин, это Византия. Не понял, кто-то там кого-то прожегся на моей территории. Я думал, ты просто карфагенский караван, а это оказывался. Но он в Карфаген отправляет. То есть Карфаген где-то вот тут. Ну слушайте, кроме меня никто не вышел в Ренессанс.
Добрый вечер. О. Да. А вот и Византия упала. Ты будешь продолжать? Ну, смысл? Ну, у тебя еще отдельный остров есть. Если грек отстанет от тебя, то, в принципе... Ну, здесь нету люксов, которые мне позволяли бы хотя бы как-то ставить города. Не, ну смотри, Саныч. Все, всем спасибо. Удачи вам, дальше играть. И тебе спасибо. Интересно, на таком пути по полуострове грек, и он там атаковал. Нет бы воевать там, с ними воевать. Чего? Чего? Я говорю, нет бы тебе воевать дальше с ним. С кем? Так я воюю. Заключили уже мир, да я... Я воюю? А, ну ты еще параллельно и меня решил захватить. Понятно. Так, пока не могу тут так, надо тут джунгли вырубить. А, подожди, я что-то не... Так, давайте на денежки в Гонконг отправим.
Да, Аргос крут. Нет, Киев, нет. Так. А что, я так не могу тут религию брать? Жалко. Грек, чё он там? Ничего, он мой город захватил. Ну я понял, он чем этим не пришел. На фрегатах, на фрегатах. Где у грека 12 железа, мне это интересно. В каком из городов? У тебя-то есть на фрегат, нет? Что есть? Фрегаты. Ну, ну сейчас скоро будет уже. Ну, у меня деньги есть, я просто. Давай. А, кстати, надо глянуть, сколько там у Карфагена денег. Да, финны сложно берутся. Ну, может тогда... О, блин. Аргос, в общем, сжигаем просто. Попробуем Спарту взять. Да, сколько тут денег у Карфагена? Да, достаточно. Так, тут вроде нету рыбацкой лодки.
Так, мне не хватает железа катастрофически. Аргос отбить обратно. Интересно. Ой, блин, я сжёг ученого. Ай. Вместо того, чтобы в академию посадить. Каравеллу. Поплыли захватывать Коринф. Грек, и чё вы воюете? А, да, я жду как бы союзнической помощи. Он тут фрегатами давит. Мы вроде Карфаген с тобой собирались Грека останавливать. А теперь ты ему помогаешь. Ну, по-моему, тебя сейчас самое время останавливать. Ну, конечно. Когда я тебя захватываю, конечно, меня останавливать. Ты, блин, захватил Византию, теперь ты у нас вперед только в путь будешь вырываться. Ты сейчас будешь меня как бы брать, и кто после этого будет вырываться? Да, если я тебя, если тут вопрос еще, возьму ли я тебя? Как раз это зависит в значительной степени от... Так, а если я тебя не возьму, то кто будет вперед вырываться? Ты? Начальство у меня плохо все. Слушайте, я кикну в начале следующего хода Византию, вы не против? Что ты сделаешь? Кикну византийца. Да, да, давай.
То есть ты... А, это Византия. Мир заключил. Пустим наземные караваны. Они мне тут все грабить будут. Зачем мне это позволять, правильно? Так, у этого куча денег. У этого куча денег. Фрегату убили. Надо решил этого обстреливать. Жаль. Хотя этого тоже. Как мы видим. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение завтра или послезавтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.